Nissan уже не в первый год демонстрирует машины, которые связаны со Звездными войнами. Естественно, перед премьерой новой саги японцы попытались удивить нас. Вот такие машины они привезли на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Ну, не будем мы говорить о том, что можно на них ездить по дорогам общего пользования или нет. Разумеется, никто на них никуда не поедет, но выглядят эти машины просто пугающе. Фанаты Звездных войн, безусловно, будут довольны. Смотрите, еще сзади даже подсвечивается. На крыше у нас роботы, разумеется, стоят. Кстати, тут несколько таких автомобилей. Есть еще вот такой. Такой вариант. Крыльями, с двигателями сзади. Здесь вот такие двигатели. Вот. И третья машинка вот такая у нас. Сейчас мы вам ее покажем тоже. Пожалуй, ниссановский стенд можно назвать самым необычным среди всего автосалона. Достаточно креативно они подошли. Молодежь будет довольна, да и не только она. Думается, поклонники «Звездных войн», а первый фильм вышел в 1977 году, будут рады.